І ми бачимо, що Україну так українців зараз підтримують в усьому світі і надзвичайно вдячні за це. Акції в підтримку нашого народу та щодо зупинення війни в країні проходять в багатьох столицях європейських країн. Мітингують проти російської агресії в Лондоні. Детальніше про те, як британці допомагають Україні, дізнаємося від людини, яка проживає та працює в Лондоні. І до нашого ефіру долучається дизайнер Максим Шкіндер. Пане Максиме, ми вас вітаємо, дякуємо, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Отже, розкажіть, як зараз в Лондоні от сама ситуація, як, власне, підтримують нас англійці? І от, будь ласка. Здравствуйте, добрий день, друзі. Смотрите, в Англії следующая обстановка, всі дуже сильно переживають. Помогают как могут, начиная от, соответственно, как мы все знаем, оружейной помощи, заканчивая гуманитарной, все украинцы, каждый за границей здесь объединены очень тесно, плотно какими-то внутренними процессами помощи, все на связи, обмениваются контактами, сбрасывают друг другу деньги, сбрасываться на бронежилеты, на продовольствие, кто-то помогает топливом, фурами, которые загружаются и каким-то образом отправляются, адресами, где кого могут принять. В общем-то, здесь точно так же украинцы сплочены, как и в самой Украине, в эпицентре событий. Более того, все украинцы, которые так или иначе вынуждены продолжать жить, ходить на работы, практически никто не может сконцентрироваться, сфокусироваться на своей основной работе. В частности, я работаю удаленно достаточно посредственно, потому что мой день занят тем, что я пытаюсь как-то координироваться с теми, кто нуждается в помощи в какой-то. И, ну и, в общем-то, да, то, что происходит в Англии на улицах Лондона, это, конечно же, протесты, в первую очередь, под посольством России. Это и Даунинг-стрит, там, где находится премьер-министр, располагается. Протесты также большие проходят и в Манчестере, и в Эдинбурге. Поэтому Англия очень сильно сплочена и озабочена данной ситуацией. Нет ни одного человека, который знал бы хотя бы одного украинца прямым или посредственным образом, который не побеспокоился бы его состоянием, не поинтересовался, нужна ли какая-то помощь, или не спросил бы, как семья. Поэтому украинцев на самом деле здесь гораздо больше, чем россиян в Англии, в Лондоне в том числе. Поэтому очень сильная здесь позиция. И газетные заголовки, буквально я на глазах каждый день видно, как они выползают из третьих страниц на первые полосы. И это сейчас самая обсуждаемая тема в Англии. Вот как раз хотела запитати, как взагалі реагуют британские ЗМИ на події в Украине. Что пишут, чи закликают закрыть небо над Украиной? Какие настрої в британском уряде, потому что вы там сейчас находитесь в информационном просторе. Взагалі, чи можливі, відчуваєте ви якісь перспективи з боку от англійців для українців? Да, слушайте, я не можу представляти мнение, наверное, правительства, но среди людей, конечно же, есть такие разговоры и мысли. Единственное, естественно, что Англия зависит от определенных договоренностей, от определенной координации с другими странами Евросоюза, Америки в том числе. Поэтому не все так, к сожалению, просто. Но надеемся, что мы коллективными усилиями, украинцы по всему миру, дожмем и осуществим эту так нехватаемую нам нецветущую частичку этой происходящей ситуации. А от скажіть, як от ви сьогодні, от власне, сприйняли новину про те, що от у нас вночі просто сталося, те, що захопили окупанти, захопили Запорізьку АЕС, і от було звернення нашого президента. Як відреагували от ви особисто, коли про це дізналися? Ну і власне. Смотрите, ви дуже м'які питання і практично ножом по серцю, тому що до 17 лет я рос в городі Енергодар, де я родился, де, собственно, і знаходиться за атомная электростанция, вид с моего балкона был на 6 блоков, которые располагаются недалеко от самого города, в черте города практически.
Поэтому, ну, это военное преступление, это преступление против мира, это катастрофа, к сожалению, и я не нахожу никакого смысла, рациональности даже в самых безумных планах, кто бы, мы знаем, кто все это затеял и задумал, с чьих рук это все, к сожалению, осуществляется. Я, ну, самые извращенные мысли не оправдывают и 1% тех поступков, которые сейчас, к сожалению, имеют место быть в нашей стране. И это страшно. Это страшно. Я надеюсь, что мир сплотится, и эта ситуация, какая она бы ни была опасна, она откроет глаза миру на те вещи, которые сейчас здесь происходят руками России, руками Путина конкретно. Скажіть, а от можливо є якісь панічні настрої? Бо от я, наприклад, якби от зараз був у Лондоні і почув таку звістку про те, що 6 енергоблоків, можливо, там пожар, може щось вибухнути. Як взагалі от громадськість, вона, можливо, якось активніше починає виходити на вулиці чи звертатися до влади, аби скоріше щось зробили більш активно? Нет, конечно, мы подписываем даже петиции на местном уровне. Те украинцы, которые достаточно долго здесь живут, имеют или вид на жительство, или гражданство, у них есть некое право голоса, и мы отправляем петиции нашим местным органам власти, депутатам, можно такую параллель провести, ну и мы эскалируем это, чтобы в парламенте рассматривались более строгие меры, чтобы парламент как-то активней продвигал, педалировал эту тему. Ну, поскольку новость конкретно с Запорожской атомной станции достаточно недавно, еще не успел как бы сделать такой срез в настроении. Но, в принципе, на фоне последних 9 дней мнение было 100%, ну, мнение у британцев 100% однозначное, нет никаких расколов. Более того, даже сами россияне, которые здесь живут и работают, так или иначе пытаются помочь, которые адекватные, которые пытаются помочь, перечислить денег, в том числе и украинской армии, помогают жильем, принимают у себя людей. То есть, ну, российский флаг или паспорт – это штамп, но, к сожалению, да, они составили о себе мнение в больших масштабах. Росіяни, якщо їх відключити від російського телебачення, то вони нормальні люди, виявляються, можуть бути. Але час повинен пройти, так. Щоб адаптуватися. К сожалению, пропаганда в том виде, в котором она нам ощущается, в котором нам известно, она делает медленно свое дело, как говорится, вода камень точит, и это все было заблаговременно, очевидно, планировано. Более того, продолжает происходить, как мы видим из того, что показывают, чему учат детей на уроках, и вот этот культ путинизма, он настолько страшен тем, что это еще как минимум несколько поколений детей, которые вырастут на этих новостях, на этой истории, которая под них конкретно пишется. И вот это заботит, наверное, если думать в глобальной перспективе, куда движется мир и наши страны в том числе. Это задача. Максим, скажите, от санкції вже почали діяти в Росії, вже відчули ці санкції. А от власне європейські країни і от Великобританія, вона от якось відчуває зворотній ось цей фідбек від цих санкцій зараз. Як там з курсом фунта у вас? От можете про такі більш нагальні речі? Так, все стабільно. Здесь, ну, в Англії були свої волнення, зв'язані з ковідом, з Брекситом, с нехваткой, вопросы логистики были определенные. Сейчас это все стабилизировалось. Англия полностью сняла все ограничения, связанные с ковидом. То есть нет практически никаких последствий в том масштабе, по крайней мере, в котором они были буквально пару недель назад. И я думаю, что эти страны более защищенные благодаря какой-то более стабильной экономической системе и прослойке, которая существует. Соответственно, если и будут в минимальных отголосках, совершенно несопоставимом масштабе, который отразится на России, надеюсь, уже в ближайшие дни.
Дуже дякуємо, що ви знайшли змогу вийти з нами на зв'язок. І в мене є ще питання. Я хочу сказати, що Світлана Дужок ще є до вас питання. Знаєте, зараз цікаво взагалі спостерігати за тим, як світ реагує взагалі на росіян. Ми там знаємо, що в Америці починають знімати вивіски ресторанів, де написано там «Росія». Взагалі, як зараз в Лондоні, там, коли бачать росіян, реагують, або як вони себе там поводять? Чи щось спостерігали взагалі за цим? К сожалению, так, чтобы я конкретно был свидетелем таких подобных историй, нет, но их много. Я уверен, что это бьет и по уверенности, к сожалению, как адекватных, так и не совсем адекватных россиян. И многие стесняются где-то. У меня были случаи, когда мне лично писали ребята, которые где-то следят за моим творчеством в Инстаграме или в Фейсбуке, россияне, которые извинялись, писали огромные тексты на английском языке, зная, что я говорю на русском, им было стыдно использовать русскую речь вот в отношении меня как украинца, зная, что они причастны своим бездействием, тихим вкладом, вот отсутствие какого-то протеста к тому, что происходит в моей стране. Есть и обратные люди, тоже, к большому сожалению, молодые, как мне казалось, светлые, адекватные, но в итоге совершенно не понимающие на самом деле, что происходит. Наверное, в этом есть большая заслуга и правительства, которое ограничивает их от объективной информации. И здесь наша задача с вами, и спасибо вам большое за это, давать объективную оценку происходящему, и не только внутри нашей страны, потому что мы и так знаем и понимаем. А вот доносить это за пределы нашей страны, вот туда, за границу, начиная с России и дальше, это очень важно любыми способами, через, я не знаю, любые каналы, мессенджеры, что только работает, потому что они находятся в абсолютной изоляции, в блокаде, им какой-то сахар в голову засыпается, и они думают, что мы сами себя уничтожаем. И практически заслуживаем такой участи, что, естественно, даже с точки зрения гуманного отношения, ну, в 22 веке такие слова даже вслух не произносятся, а мысли попадают только такие мысли могут попасть только самым глупым людям в голову. Поэтому то, что они развивают такой, предполагают такой сценарий развития, ну, это ужасает само по себе. Пане Извините, Максиму, просто слов не скажу сразу. Я дуже вам дякую. Ну, я, дякую, до речі, хочу сказати,